Всем привет! Выходные близко, самое время подумать, как их лучше всего провести. О программе, которую подготовил город, расскажу вам я, Мария Левина. Ну что, поехали? Каждая улица, каждый квартал города – это история людей. Самара – город, который богат на истории. Прогуливаясь по старому городу, теряешь им счет. Они переплетаются в пространстве и времени. Что если попробовать вскрыть эти коды с помощью дрейфа? На прогулку приглашают сотрудники «Горький центр». Старт – площадь Революции. Суббота, 17:00. Исторический центр максимально откроется для самарцев и гостей города в эти выходные. В фойе Центра российской кинематографии «Художественный» открылась выставка, где мастера художественной ковки показывают свое творчество. «Его величество модерн» или «Прогулки по Самаре». Проработает выставка до 25 августа. В загородном парке сегодня вечером жарко. Самарская школа исторического дуэльного фехтования проводит открытый урок для всех желающих. Почувствовать себя средневековым рыцарем или принцессой – почему нет? Атмосфера будет располагать. В субботу вечером художественный музей и театр «Самарская площадь» подготовили для самарцев сюрприз – один день в музее. Для начала гости посетят нашумевшую фотовыставку одного из самых ярких французских фотографов современности. В уютном музейном дворике, уже завоевавшем статус нового городского арт-пространства, участников проекта ждет продолжение изысканной черно-белой истории – легендарный спектакль «Играем Битструпа» театра «Самарская площадь». Начало в 6 вечера. На этом все. Всего вам доброго, отличного настроения. До встречи! What?